Танк, танк, война. Давай. Танкисты, вперед, вперед. Не туда стреляешь, не в ту сторону. Развернись, танк, развернись. Я тебя умоляю, в другую сторону. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Drive Ahead. Так, ну что ж, давайте выберем наше задание. Так, это классические, в принципе. Ну, можно Царь Горы еще выбрать, да? Есть классический, есть Царь Горы. Давайте Царь Горы, наверное, возьмем. Чтобы столкнуть соперника с горы. Так, разбей как можно больше шлемов. Так, ну что ж, погнали. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, у него динозавр, у нас обычный фургон. У нас обычный фургон, который... Тихо, тихо, тихо. Ого, сколько их. О, а что у вас двое, ребят, я не понял. Ну, она одного, так нечестно. Тихо, 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 тихо. Я хочу победить этого дракона. Давай, давай, давай. Царь горы, я всех побежу. Посмотрите, ребят, я реально... Ох, уже три. Я уже троих уничтожил. Все. Ох. Ладненько, ну ничего. Так, меня уничтожили. Так, ну мне это не нравится. Мне побольше нравится... Знаете что? Мне больше нравится... Сейчас я вам покажу, что... Вот, классика. Все. Вот это мне вам больше нравится. Разбей голову противнику. Вау, посмотрите, на чем мы. А, мы на каком-то трехколесной коляске. Вот это прикольно, круто. Так, что у нас дальше? Ой, мы на санках против акулы. Какие санки? Вообще здесь, при чем здесь санки? Динозавр съест всех. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, отлично. Динозавр сразу всех оприходовал. Так, 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 трактор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Круто, 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 круто. Так, едем дальше. Ох, отлично, он в детской коляске, а я в карете, ребятки. А карета эти... О, ракетомобиль, баба, ой. Получается, сразу упал и разбился на ракетомобиле. О, танк. Танк и кладбище. Ох, меня убил памятник. Меня убил памятник, ребята. Ай-яй-яй-яй, красный победитель. Ну ничего, ничего страшного. Да. Вау, круто, 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 круто. Вот это я понимаю. О, ребята. Нет, 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 моя голова, пожалуйста, не трогайте мою. Ай-яй-яй-яй-яй, я с ковшом, я разбился. Сразу же разбился. Да что ж такое-то, а? У него такие крутые тачки, а у меня одни срачки. Посмотрите, он на машинах, а я на санках. Какая-то мотоцикл-пушка, что ли. О, да, ребята, мы упали прямо ему на крышу. Что это за рак такой, а? Интересно. Ай-яй-яй, он своими крабами меня просто убил, просто уничтожил. Ох, отлично, ребята, мы на коне ехали, лампочка на коне. Вот это прикол, коровы, 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 ха-ха-ха. О, да, синий победил, ура, 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 ура. О, машина акула, вау, круто. Да, мы победили? Да, реально, мы победили. Круто, синему очко. Синему очко второе, потому что красный опять куда-то уехал и опять он разбился. Непонятно где, о, новый ракетомобиль, но мне снесли голову. Вот ракетомобиль я люблю. О, шлем. Ох, он сразу себе голову об кокосе разбил на пальме. Бяу! Вау! Вау! Вот эта игра пошла. Вау! Ох, ох, он хвостом. Хвостом своим задел мою голову. А ну иди сюда. Вот так вот. Отлично, отлично. Кто следующий? Ой, а машина пила. Пингвина распылю сейчас. Бжим, 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 бжим. Все, синий победил. Ура, 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 ура. Мяу.
интересно. Какой-то марсоход у него, у меня мотоцикл. Задний. Ох. Чего ж ты так выглядываешь из машины целиком-то, а? Что тебя так легко достать? Динозавр, а? Динозавр. Лимузин. Оф, ай, меня шашка убила, обычная шашка. Ладно. О, ребят, невидимая машина, вот это прикольно. Вы видели? Машина-невидимка. Блин, я еще такого не видел. Машина-невидимка. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас дальше? Мяу. Синему очку, отлично, отлично. Машина пила. Вау, круто. А это еще что такое? О, это такая трасса опасная, я ее знаю. Видите, он сразу разбился. Здесь нужно быть очень аккуратным и бдительным. О, ракетомобиль. Ребята, ракетомобиль, и он победил. О, да-да-да, ребятки, мы выиграли. Машина пила. О, разбили. Отлично, отлично. Круто, вот это я понимаю. Давай, даже ничего из-за кустов не видно. О, я на танке. О, ребята, он на ракетомобиле, а я на танке, посмотрите. Танк, стреляй, оружие поднять. Стреляй, не в ту сторону стреляй. Что ж ты делаешь, а? Не в ту сторону стреляй. Ах ты такой дракон, кости дракона хотят меня победить. Кости дракона, нет. Я не сдамся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, все-таки сдался, ну ничего. Мы на подарки едем, увидели? И то победили, а он на тракторе разбился, вот это прикольно. Заднюю, даем заднюю. Ой, разбились немножко. Воу. Ай, да что ж такое дело? Ох, дайте, куда же это? Что это? Ничего из-за кустов я не вижу, конечно, что там происходит. О, но лошадка пошла. Да, вот это я понимаю. Лошадка пошла. Лошадка поехала. Но. Ой. Поехали. Пошёл. Классно. Ой. Тихонечко. Ребята, я застрял. Ай, разбил голову случайно. О, что это такое за снеговик толстый? Ничего не вижу. Куда-то я улетел и проиграл, потому что в этих кустах абсолютно ничего не видно. О, машина. Вот смотрите, какая у меня машина. Вот это автомобиль. Вот это я понимаю. О, да. Вот это круто. Машина-рыба. Так, тихо. Машина-рыба должна победить обязательно. Ребята, машина-рыба должна выиграть.
Да, ай-яй-яй, проиграл. Танк, танк, война, давай. Танкисты, вперед, вперед. Не туда стреляешь, не в ту сторону. Развернись, танк, развернись, я тебя умоляю, в другую сторону. Давай, 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 давай. Подушка, ребят, подушка. Вау. Вот это я понимаю, подушечка была. Мы на велосипеде, ребятки. Мы на велосипеде. Мы на велике, а он на лыжах. А-а-а-а. Проиграли, проиграли. Ну ничего. Ничего, бывает такое. И пошли на дно, на дно, на дно. Так, ребят, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и напишите комментарий. До скорых встреч, дорогие друзья.